У 197 жителей республики за минувшие сутки выявлен коронавирус. Среди них 9 привитых и 30 детей. Зарегистрированы 4 смерти от COVID-19. В отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов. Национальный медиапортал Карелии «Ома Медиа» стал победителем в номинации «Лучший мультимедийный проект» Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Лауреатов объявили в Москве на форуме «Языковая политика» в Российской Федерации. В Саранске проходит 7-й съезд Ассоциации финно-угорских народов России. Участники обсудят вопросы традиций, культуры, туризма и поддержки языка коренного населения страны. Увидеть события съезда можно в трансляции на официальном сайте Ассоциации финно-угорских народов. Лыжница из Сегежи и мастер спорта России Ольга Жолудева стала призером всероссийских соревнований. В лыжных гонках среди юниоров, которые проходят в Тюмени, она завоевала бронзовую медаль. В музее Карельского фронта открылась выставка «Советский Новый год. История празднования». Среди прочего, в ней воссоздана интерактивная советская квартира конца 70-х, а еще можно посмотреть диафильмы на винтажном оборудовании.